гидропневматические подвески. Он может регулировать автоматически клиренс над уровнем дорожного покрытия. Ну вот под французскую музыку ездит автомобиль, который на своей родине прозвали «богини». Именно от слова «богиня» вот это вот обозначение DS, «богиня», DS-21. Видите, для автомобиля с гидропневматической подвеской не проблема проехать по таким препятствиям. Кстати, этот автомобиль спас жизнь президенту Франции генералу де Голлю, когда его кортеж был обстрелян наемниками с УАЗ, пытавшие ликвидировать президента Франции. И именно благодаря гидропневматической подвеске автомобиль ушел от погони, ушел из обстрела, и тем самым...